Всем привет! Это экспериментальное видео с нашей озвучкой. Ссылка на оригинальное видео в описании. Желаем вам приятного просмотра. А также, если у вас на примете есть англоязычные короткометражки и вы желаете, чтобы мы их озвучили, пишите нам в директ Instagram. Вот оно. Это точно оно. Куда торопишься, Игнус? Я Талия. Мы соседи. Так бесит. Эй, я могу заставить глаза подняться. Хочешь посмотреть? Кто ты?
Откуда тебе известно мое имя? Расслабься, Игги. Все о тебе слышали. Все? Скажем, это не важно. Можешь вытащить нас отсюда? Ты реально? Они тоже дали тебе номер, да? Сколько цифр мне? Слишком много, чтобы считать. Да? Нет? Абсолютно. Прости, мне пора. Голова болит, и ты не хочешь быть хаболиком? Нет, сэр. Нет, нет, нет. Тебе действительно стоит заглянуть под кровать. Ты можешь найти то, что ищешь. Подожди, куда ты идешь? Они никогда не заходят в камеру. Не те воспоминания, не те воспоминания! Оно реально? Брайерс. Ужасная вещь. Сделанная из ужасных вещей. Делающая ужасные вещи. Смытая органическим материалом. Бывшие заключенные, сотрудники. Эй, как ты сбежал с своей камеры? Мои расчеты сгорели. Это не имеет никакого значения. Ты сказала, что были другие. Заключенные, сколько их? Если подумать, в последнее время я ни с кем не сталкивалась. Так, каков план? Даже если мы выберемся отсюда, это будет... Подожди-ка. О, потайная дверь. Не совсем. Что? И есть карандаш. Зачем? Дай мне карандаш. Дай мне хренов карандаш. Да, вот твоя ручка. Я прошу у тебя карандаш, а ты даешь мне хренову железку? А вот твоя бумага. Ты издеваешься надо мной? Что за... Кто с тобой это сделал? Режь меня, у нас нет времени. Я не смогу это сделать. Талия, кто это сделал? Это же... Ты можешь поторопиться? Что на лице. Я должна была. Боль приходит, а потом уходит. Ты первый человек, которого я... Я не помню. Или кто я такой? Или что, черт возьми, со мной происходит? Тебе нужно сосредоточиться на том, что нужно написать, до того, как эта ебаная штука сломает камеру. Слушай, Игнус. Здесь либо ты лабораторная крыса, либо ученый. Так кто же ты?
Твое чувство направления действительно ужасно. Да. Этот запах. Талия! Редфилд. Ваша полезная работа, доктор. Или я должна сказать... Твои неудачи? Нет! Какой беспорядок.
Ты не помнишь Таню? Ты должен. Посмотри, через что я прошла с тобой. Ты же знаешь, кто я? Ты помнишь? Помню. Совершенно верно. Пока смерть не разлучит нас. Разделить связь, которую нельзя разорвать. За исключением, ты никогда не был очень хорош в том, чтобы делиться, мой дорогой. Так что мне пришлось придумать другие тщательно продуманные способы. Выбери, кто ты. Ну, не очень-то удачно, да? Я не согласна. Я видел потенциал в ваших исследованиях. Ты не видел? Нет. Нет, не видела. Ты извратила их. Ты экспериментировала над ними. Сырье в нашей профессии – большая находка. Они люди. Они не жалкий материал. Почему? Она всего лишь сломанная игрушка. Останься со мной, и все будет как прежде. Что, черт возьми, с тобой случилось, Диана? Раньше ты любила людей. Попробуй ходить в своей тени 10 лет. Никогда не признавалась никем, кроме твоей жены. Ты вернешься, мой дорогой муж. Твоя драгоценная тетрадь. Оставь себе. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на канал и напиши свой комментарий. Ну и, естественно, не забывай про колокольчик.